В Москве 3 апреля 2018 года компания Huawei официально открыла площадку для совместных высокотехнологичных разработок Huawei Open Lab Moscow. На церемонии открытия лаборатории и демо-центра перед СМИ выступил генеральный директор Huawei Enterprise Business Group в России Сяо Хай Цзюнь. Основная визуальная часть открытой лаборатории – это демонстрационная зона, в которой представлены разработки компании для основных отраслей экономики. Формат демо-центра позволяет наглядно изучить технологические решения Huawei, которые уже действуют в крупных кредитно-финансовых организациях, в области транспорта, на предприятиях нефти- и газодобывающей отрасли и в других сферах. Мы прежде всего делаем акцент на открытости Open Lab. Она не ограничена рамками компании, а открыта для наших партнеров, клиентов и также для независимых сторонних компаний. Это одновременно и лаборатория, и демонстрационный центр, которыми могут воспользоваться инженеры Huawei, компании-партнеры и наши клиенты для создания и тестирования новых концепций. Московская Open Lab в первую очередь будет специализироваться на проектах для финансовой сферы, общественной безопасности и умного города. Затем мы будем развивать направления энергетики и транспорта. Open Lab Moscow имеет особый статус. Это единственная открытая лаборатория, рассчитанная на одну страну. Другие подобные лаборатории, расположенные в Мюнхене, в Париже, работают для всего региона. Так что московская Open Lab находится в привилегированном положении. В Huawei разработкой занимаются более 80 тысяч специалистов. Партнерская программа Open Lab открывает доступ ко всем этим огромным ресурсам. По сути, Open Lab — это мост, который соединяет потребности различных отраслей и накопленные нами знания в области инфраструктуры. Мы рады приветствовать всех, кто пожелает внести свою лепту в развитие цифрового мира. Россия вообще играет уникальное значение для компании Huawei. Мы в России как компания уже существуем более 20 лет, и надо признать, что Россия была первой страной, куда Huawei совершил свою мировую экспансию. То есть после Китая первый офис и представительство, которое открылось, было сделано в России. Те возможности, которые на сегодняшний момент российский рынок дает для IT-компаний, да, в плане перспектив, в плане развития, конечно же, говорят нам о том, что в подобные проекты надо было инвестировать. И поэтому здесь сейчас мы открываем подобную возможность, подобную лабораторию. Мы показываем стратегически важные новые решения, которые Huawei представляет для всех отраслей по всему миру. Это могут быть умные города, либо безопасные города. Это может быть умный транспорт. Это может быть умная система для банковского сектора. Это уникальная возможность для инженеров наших заказчиков, для инженеров наших партнеров, системных интеграторов и для инженеров компании Huawei создать уникальный стенд, который максимально может эмулировать ту систему, которая на сегодняшний момент может вызвать какие-то вопросы. Инженеры заказчика приезжают, тестируют, смотрят, общаются, может быть, с центром нашим НИОКР, автоматически отпадает огромное количество рисков, которые находятся со стороны заказчика. Я могу сказать, что подобная возможность в России на сегодняшний момент уникальна. Цифровизация существенно повышает не только эффективность бизнеса, но и подверженность организации киберугрозам. Актуальные исследования показывают, автоматизированные системы предприятий в области энергетики, водоснабжения и транспорта, а также кредитно-финансовых учреждений, сегодня наиболее уязвимы перед компьютерными атаками. Зоны испытания, размещенные в Huawei Open Lab, предназначены для совместной с партнерами разработки и тестирования решений для различных отраслей, таких как финансовая отрасль, транспорт, умный город. Работа над инновационными решениями и услугами в непосредственном контакте позволит более тщательно контролировать процесс разработки и внедрения и немедленно устранять уязвимости, из-за которых автоматизированная система могла бы дать сбой или попасть под удар киберпреступников. Ту возможность, которую на сегодняшний момент мы предоставляем партнерам компании, технологическую базу, канал связи, который мы, опять же, предоставляем между инженерами компании и нашими инженерами, несомненно говорит о том, что качество продукта будет настолько оптимально, насколько это возможно. Мы для этого предоставляем все ресурсы, мы для этого предоставляем любые возможности и, конечно же, конечной точкой должно стать быстрое, правильное и уникальное создание российских продуктов в рамках проекта «Цифровая экономика», который на сегодняшний момент перед Россией ставит наш государственный орган.
Мы предоставляем разработчикам новые возможности. Открытие Open Lab — это только первый шаг, который должен вдохновить разработчиков и способствовать развитию новых идей. Ведь теперь у них для этого есть платформа. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое будет стимулировать развитие разных отраслей. Для Huawei проект Open Lab — это инвестиция в развитие цифровой экономики в России.